Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на CSFail. У меня на балике 159 бачей. Давайте со стартом ставим 19 долларов. Я думаю, на красное, потому что в последнее время какое-то очень странное идет чередование. И мне кажется, сейчас должно упасть красное. Но нет, я не угадываю. К сожалению, падает черное. Давайте удвоим, чтобы отбить предыдущий проигрыш. И уйти в плюс также на 20, ну, на 19 долларов. В прошлом ролике мы подняли плюс 160 бачей к балансу. Откомбычили все, что просрали в позапрошлом видосе. И сегодня пора просто выходить в плюс. В идеале, ну, бачей 100 точно поднять, а так можно и больше. Так, ладно, красная, можешь мне... Ты, сука, выдаешь черная. Да тут бы ролик начать, сижу, говорю, вот бы нам выйти в плюс на 100 долларов. Мы пока даже начать не смогли просто, хотя бы в маленьком плюсе. Ладно, 80 долларов, ставочка на красное. Если выигрываем, то в принципе все нипочем, потому что все предыдущие проигрыши мы отбиваем. Но тут самое главное выиграть. Давай, 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 давай. Умница, красная, ты выдаешь. Нормально, нормально, мы со старта ролика поднимаем плюс 19 бачей к балансу. А самое главное, это как раз начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так и закончишь. Ну и все сами, прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на CSFail'е, вы можете при пополнении ввести промокод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводите его нужно вот сюда. Так, ладно, мы полетели в колесо, но все как всегда, пацаны. После дабла мы идем в этот режим и играем по моей любимой стратегии. 10 долларов на 3x и 10 долларов на 4x. Давай, родной, в идеале выдавать 3x, нормально, меня это устраивает, отлично. Так, давайте повторим ту же ставочку. Я думаю, если сейчас выиграем, то мы пробьем 300 бачей и, в принципе, я думаю, можно уже будет пойти в другой режим. То есть давай сейчас чисто вот две ставочки легко выигрываем и переходим в другой режим. Давай, давай, родной, ну хотя бы 3x мне выдавай, отлично, на балике 300 бачей. Так, а сейчас полетели в краш, поставим 10 бачей на KF133. Я в прошлом видосе проверял стратегию от подписчика. Ну, мы на самом деле, я эту стратегию еще давно-давно проверял. Сейчас решил просто заново по ней покатать, и она меня хорошо окупала. Сейчас чуть-чуть хочу звуки сделать потише. Так, вот так вот снизим. Так, первую ставочку мы выиграли. Короче, стратегия заключается в том, что если мы проиграем ставочку 10 долларов на KF133, то мы просто утраиваем нашу ставку. Не обязательно 10 бачей, тут самое главное следующую ставку утроить. И если вот мы сейчас проиграли, если мы выиграем 30 бачей на KF133, то все, что мы проиграли, мы как раз отобьем. То давай, в идеале сейчас со второго раза спокойненько выдавать KF133. Отлично. Но я, кстати, предлагаю, наверное, чуть увеличить ставочку, потому что балик нам позволяет. По идее, если я буду 20 долларов ставить, я могу 3 раза утроиться. А эта тактика как раз заключается в том, хреново, 60 бачей, заключается в том, чтобы к четвертому троению уже не приходить, потому что там уже будет слишком большая ставочка. Ну, то есть, короче, не должно 3 раза подряд ниже 1.33 упасть. Давай, родной, выдавай. Отлично. Так, 20 бачей, все то же самое, нам надо выиграть еще ставочку. Короче, бачей 20 поднимем по этой тактике, и я думаю, можно будет пойти в следующий режим. Я думаю, это какой-нибудь дефьюз. Давай, родной, выдавай спокойно, мне 1.33, просто сколько там, 3 или 4 раза подряд, чтобы у меня, короче, было 20 плюс 20 долларов. Давай, так, 1.33 есть, отлично. По идее, еще 2 раза выиграть. И да, у нас будет 320 бачей на балике, отлично. Так, все то же самое, 20 долларов на кэф 1.33, и надо спокойненько выиграть, пожалуйста, без вот этих вот крашей, утроений. Я понимаю, тактика на это как бы нацелена, что будут рано или поздно краши, но я хочу спокойно выигрывать. Отлично, все, последнюю ставку выигрываем и идем уже в другой режим. Так, все, ластовая ставочка, давай, родной. Вот этот агент, я не знаю, какой это вроде не, это не Романов, я хрен знаю, что это за агент. Просто спокойненько добеги до кэфа 1.33, без всяких рисков, просто спокойненько, пожалуйста. 1.2 есть, 1.3 есть, 1.33 есть. Отлично, на балике 323 доллара. Я предлагаю сейчас в дефьюз, просто вот так разочек выиграем. Красота, на балике 330 бачей. Можно сейчас в дабл, я думаю, поставить все, что выиграли, рискнуть, поставить 30 долларов на красное. Но тут просто 3 последних раза подряд не падало красное, как будто бы сейчас оно должно, сука, быть. Отлично, мы выигрываем красное, на балике 360 бачей, мы уже поднимаем плюс соточку к балансу. Ну и пока видос начался максимально позитивно. Давайте сейчас, наверное, 20 долларов, уже так сильно рисковать не хочу. Давайте то же самое на красное, потому что один раз упало красное, но я жду какой-нибудь стрик. Потому что сейчас странное какое-то чередование. Черное, зеленое, черное, красное. Должен начаться какой-то стрик. Но нет, к сожалению, я не угадываю. Ладно, давайте тогда удвоим. Поставим 40 бачей, чтобы отбить предыдущий проигрыш и уйти в плюс также на 20 долларов. Ставим 40 бачей на красное. Давай, родной, я тебя прошу, выдай мне, сука, красное. Отлично, не зря удвоились. Так, на балике 380 бачей, но надо в дабле добить 400 долларов по этой тактике. И, наверное, пойду поиграю в миньор. Давай, надо выиграть ластовую ставочку. Родной, без всяких вот этих вот под... Не буду материться в ютубе, просто спокойно выдаешь красное, отлично, на балике 400 бачей. Так, предлагаю в миньор. Давайте 5 долларов, 3 мины и по моей любимой стратегии попробуем. Давайте 5 попыток дойти до конца. Пока, пока вообще ни хрена не получается. Ну вот это была неплохая попытка. Последняя. Ну да, давайте еще 2 попытки.
Давай, отлично! Не зря решил себе еще пару попыточек добавить. На балике 416 патчей, минер меня сегодня тоже окупает. Так, дефьюз, сейчас рискнем, $30, разочек чисто. Ну ты сука, а если 70? Отлично, фу, хоть так и не надо делать, но самое главное мы выиграли. На балике $440, и я хочу сейчас 460 добить, чтобы в плюсе на 200 быть. Ага, удвоим. Отлично. И $8 поднять, самое легкое осталось. Отлично. А, ну чуть-чуть не хватает, вот так. Да ты, сука, еще не хватает. На балике $460 мы уже за сегодня подняли плюс 200 бачей к балансу, а это почти плюс 20, мать его, тысяч рублей. Я предлагаю попробовать с этих $60, то есть 400 уже по-любому зафиксироваться, остаться в плюсе получается на $140. С этих $60 поднять, попробовать 500 бачей на балике. Если получается, отлично, если не получается, то $400 мы по-любому фиксируемся в плюсе. Давайте сейчас дабл попробуем, наверное, $30, хотя можно сразу 40 рискнуть тогда. И все, будет все решаться сейчас. Давайте, да, 40 на красное. Если выигрываем, то на балике 500 бачей вообще будет красота. Ну а если проигрываем, то еще у нас есть $20, чтобы попробовать все-таки как-то с них разыграться. Давай, родной, ну в идеале спокойно выдавать красное. Но это прям вот самый идеальный вариант, пожалуйста. Давай, 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 на ты, сука. Ладно, играем на эти $20, давайте дефьюз. Хочу какой-нибудь, так, развернуть, во-первых, хочу. Вот такой кэф и три раза выиграть. Ну ты, сука, ну... Ну не, ладно. Но, пацаны, как я говорил, лучше вовремя остановиться. Зафиксируемся, мы в плюсе, получается, на $140. Это тоже отличный результат. Почти плюс 14 тысяч рублей. Там сейчас курс идет 97-98 к доллару. Я считаю, на этой ноте можно заканчивать ролик. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промокод NIKKYROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводить его нужно вот сюда. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Но я считаю, за видос, где мы подняли плюс $140, но, пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И самое главное, мы смогли вовремя остановиться. Для меня это целое достижение. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.